Телевизионный конкурс «ТЭФИ регион-2014» проходит в трех российских городах – Пятигорске, Сургуте и Сочи. В рамках заключительного этапа, который в последнее время стал проходить в Олимпийской столице, запланирована специальная учебная программа. Финалисты посетят мастер-классы, тренинги, семинары, а также встретятся со звездами телеэкрана. Первыми во время торжественного приема от городской администрации участников конкурса поприветствовали Арина Шарапова и Яна Поплавская. «ТЭФИ регион» – хорошая площадка для обмена опытом между телевизионщиками в России. Различных жанрах, ведь сам конкурс предусматривает 19 номинаций по двум тематическим направлениям – информационное телевещание, а также просветительское и развлекательное. Работ поступило очень много, порядка 500, и что в различных номинациях были представлены самые разные географические местности, там города, веси, села и так далее. И нам очень приятно. В этом году еще к нам присоединились крымские тележурналисты и сочинские телекомпании. Представлены очень широко, и там есть на что посмотреть. Среди региональных журналистов, представивших наиболее значимые работы, телеведущий телеканала «Кубань-24», журналист программы «Такая жизнь» Алексей Власов отправил на конкурс два репортажа. Вышел уже в дополнительных номинациях, она называется «Номинация преодоления», и буквально это стало известно неделю назад, поэтому это было, конечно, очень неожиданно, очень радостно. Я несколько раз был на ТЭФИ, но только в качестве гостя, я впервые в качестве финалиста. Победители конкурса определяет жюри, состоящее из представителей федеральных каналов, профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов и членов Академии российского телевидения. Имена обладателей статуэток «Орфея» станут известны 27 ноября. Церемония награждения пройдет в Зимнем театре. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.